Ну и чё? Чё надо-то? А то сам не знаешь. Должок за вами. Мы вам ничего не должны. Это вы нам должны. 20 рубчиков. Спор был честный. Это вы теперь с ним договариваетесь. Шаман, потом платить отказывается. Борзуешь, что ли? Я ничего не должен. 11 рублей. Ну что, сам отдашь или... У меня нет денег. Найди. Завтра не будет. Пришибу. Понял? Иди, ищи бабки. Ну что надо-то? Пятерочку. Кто здесь Толик? Ну, кому Толик, а кому и дядя Толя. Чё надо? Поговорить. Ты пушечку-то убери. Может, разговор и получится. А кто же меня тогда слушать будет? А это я буду решать, слушать тебя или нет. Ты нож-то убери. Ты что думаешь? Я буду тебя ножом резать? Ладно, вываливай, чего у тебя? Вот он и его дружки с нас деньги требуют. Хотя не мы, а они нам должны. Спор был честный. И я его выиграл. Ты ему деньги должен? Смеешься? Ты кого слушаешь? Давай я его выпарю и все дела. Он тебе должен? Не он, а его дружки. Со своей березы. А что ты ко мне-то пришел? Они под тобой все ходят. Ладно. Разберемся. Зови. Ходи. Сысоя, березу, зови. Зови. Детям спички не игрушки. Фух. Это правда? Толян, ну ты же сам говорил, что все должны платить. А если они платить не будут, то и другие перестанут. Меня это не касается. Ты ему слово давал? Давал. Проиграл? Проиграл. И сколько твое слово стоит? Червонец? Не, двадцатка. Верните деньги. Ходи. Давай. Что, нету, что ли? Теперь вы мне будете должны. Все, свободны. Не бейся десяткой. Еще одна в колоде есть. Ты откуда знаешь? Следил, что ли, пока мы здесь разговаривали? Да. А еще какие карты в игре? Валет Бубей, Червей и Туз Крестовый. Толковый парень. Ну-ка, дай я посмотрю твою пушечку. Два ствола. Ну, меня бы грохнул. А еще кого? Он пустой, там пуль нету. Порожняком пришел.
Ты испугать меня хотел. Думал, я обоссусь, что ли? Ну, я думал, ты человек разумный. Рисковать не будешь. Как тебя зовут-то? Громов я. Ну, иди, Громов.